Сергей Гусовский, партия «Объединение Самопомич». Ну, то есть короткая ремарка, да, меня действительно... Гусовский, это ваш ресторан там парк занимает возле Золотых Ворот, да? Вот я как раз хотел сказать о популизме. Ну, то есть вот меня радует, что из выступающих Николай Катеринчук первый кричал о популизме, когда речь зашла о детекторе лжи. Достаточно просто было сказать, да, готов пройти, и все, точка. Вот. Так и он точно готов. Так же, ну, хорошо, да, ну, то есть этому, да, только этому предшествовал долгий текст. Вот. И дальше были вопросы, а Садовой готов или нет. То есть много условий. Вот товарищ Сергеенко первый закричал, а Садовой готов. А вот а если Садовой не готов, то вы не готовы, да, тоже? Ну, разумеется. То есть ваша готовность, да, но я вообще говорю, я готовый особо. И на самом деле мой вопрос скорее риторического толка. Вот, и он вот так, наверное, формулируется, как уважаемые гости наши, да, риторы, собираются избавляться от вот этой жуткой болезни, да, политической, как популизм. Потому что в рамках сегодняшнего вечера, да, уже звучало, как мы собираемся экономить на линолеуме, вот, и на самом деле, а даже бог с ним, с линолеумом, но бороться с коррупцией, это удобный, на самом деле, манифест, потому что не измерить, как мы успешно боремся с коррупцией. Средств, как победили или не победили, а равно и четких инструментов, да, ну, помимо законов, которые принимает Верховный. Как вы будете, еще вы будете... Если позволите, я продолжу. Против популизма, сразу формулирую к вам вопрос. Да, вы ну, с чем идете к киевлянам, вот, с популизмом? Ну, видите, да. С программой. Популизм. С программой, которую вы увидите. С программой, которую вы увидите на сайте. Что, простите? Головный месседж. Главное, какой у вас посыл киевлянам? А, главный посыл, нам надоело терпеть. То есть мы киевляне, жители города. Жители города, и нам сейчас будут говорить, что бизнес рвется во власть, бизнес никуда не рвется. Рвутся жители города, которые устали от того насилия, которое совершается на протяжении многих лет над этим городом. И мы, да, мы обязательно будем пользоваться тем успешным опытом, который есть во Львове с мэром Андреем Садовым. Но здесь, просто говоря о популизме, да, уже звучали такие вещи, как с муниципальной милицией. Пан Катеринчук собирался идти на войну. Вот, а муниципальная милиция, в общем, скорее должна бороться с ворами, правда, а не с зелеными человечками. Вот, госпожа Монтян, все здорово, но в какой-то момент, когда вы как раз комментировали ситуацию с Филаретом и его зданием, вот, у вас промелькнуло замечательное словосочетание. Тыск на судьев, да, вы, ну, для того, чтобы комфортнее и динамичнее все прошло, вы собирались тыск на судьев оказать. Вы как юрист думаете, что это умеете делать очень хорошо. Вот. И пан Кириленко, ну, естественно, это важно не писать свою программу, потому что потом, собственно, и проверить, нельзя, ты ее выполняешь или нет. Киевляне не любят читать, ну вот, ну и не читают. Вы скверик почистите, в конце концов? Сквер, если вы зайдете в сквер Золотых Ворот, то вы увидите, что единственное чистое место – это то, которое находится у нас в аренде. То есть и фонтан, который работает, восстановлен не городской властью, а нами. Покрытие, на котором, да, все установлено, нами обеспечено. Спасибо. Чаша фонтана, мы вам которая очень благодарны, работает. Но не надо потом использовать это покрытие как меня радует, да, что удобно цепляться к Гусовскому, но неудобно цепляться к ларькам с шаурмой, к носкам, к сигаретам. Я сегодня был с не переводите стрелки, извините. Я не перевожу. Я не перевожу. Я хотел бы защитить все-таки тех людей, которые в этих условиях все-таки ведут бизнес. Я в городе занимаюсь бизнесом на протяжении многих лет. И у меня не меняется номер мобильного телефона. Меня очень легко найти. Все, что я делаю, абсолютно открыто. И в этом не грани популизма. И именно я, как гражданин этого города, да, мой дед руководил заводом «Арсенал», и его именем названа улица. Вы не отвечаете на мой вопрос. Я очень простой вопрос. Я отвечаю на ваш вопрос. Вас в Фейсбуке обвинили в том, что вы захватываете территорию вокруг фонтана. Вы же сказали. Вот подтвердите ее или опровергните. Вот и все. Эта территория находится у нас в аренде. Понимаете? Никто это самозахватом не занимается.